В этом видеоуроке мы узнаем, как получить всем известный эффект автотюна в Melodyne. Для начала выберем необходимый отрезок композиции и прослушаем его. В нашем случае данный эффект понадобился, чтобы сделать спецэффект для коды. После того, как мы уже записали эту песню, я понял, что в конце песни чего-то не хватает, а стоило бы что-то добавить туда. Когда я корректировал вокал, в моей голове случайно возникла мысль добавить в конце песни спецэффект искусственного голоса, которым так прославился автотюн. Я скопировал отрезок вокала из бриджа, подставил его под ритм в конце песни. Что смотрю на меня, и ты будешь моя. После чего создал этот спецэффект. Итак, чтобы сделать автотюн эффект в Melodyne, необходимо выбрать инструмент Pitch Modulation Tool и превратить кривые в прямые линии. То есть до 100% убрать интенсивность вибрато. Голос становится электронным, с очень жесткими переходами между нотами, что и создает этот эффект. Но это не все. Можно сделать интересные бэки. Копируем уже обработанный вокал. Затем в настройках Pitch Grid устанавливаем режим шага корректировки на Scale Snap. Давайте прослушаем, что получилось. Со мной. Со мной. Со мной. Со мной. Со мной. Ага, сюда напрашивается дилей. Со мной. Не будем далеко ходить и сделаем его прямо здесь. Копируем полученный результат, двигаем чуть дальше по временной решетке. Делаем тише. Готово.